вижу, Нефалем, ты не вняла моему предостережению. Или ты думаешь, что достаточно сильна, чтобы сразиться со мной? Давай проверим. Империи, это безумие! Хватит! Наш враг Диабло, а не Нефалемы! С тобой я тоже скоро разберусь, Тирей! Да я... Что это? Нет! Диабло добрался до арки! Диабло вытягивает энергию из кристальной арки. Вот почему ангелы пали. Если ее свет будет утерян для нас, мы должны остановить Диабло, пока это не произошло. Теперь это дело смертных, Тираэль. Хорошо, что ты отказался от крыльев. Нам не пройти из-за скверны, которую наслал на это место Диабло. Отойдите. Свет Элдруина очистит наш путь. Ворота открыты, Нефалем. В этом последнем испытании никто не сможет помочь тебе. Если бы не ты, меня бы здесь не было, Тираэль. Это было честью для меня. Но пришел час, для которого ты была рождена. Час победы человечества. Оставь меня! Двигайся вперед! Семь зол слились во мне воедино! Имя мне — Легион.
очень воодушевляешь. Правда? Я рада это слышать. Там, где другой уже свалился бы от усталости, ты продолжаешь идти вперед. И даже когда ситуация кажется безвыходной, ты все равно не теряешь решимости. Победа за нами. Диабло пал. И все зло исчезло вместе с ним. Я бы не была так уверена. Истинное зло невозможно уничтожить окончательно. Время покажет. Именно человек спас от разрушения два мира и навеки низверг великое зло. Ангелов и людей забрезжил новый рассвет. Ибо герой человечества, Нефалем, выступил против тьмы, противостоять которой мы были не в силах. Братья мои, я снова займу место среди вас. Но теперь, как смертный. Сегодня, когда справедливость восторжествовала, я стану мудростью. Голосом тех, кто рисковал всем, ради нашего спасения. И в лучах этого нового дня ангелы и люди будут идти плечом к плечу. Отныне и впредь. Наступит мир. Но этому не бывать. Ибо сущность Диабло заточена в черном камне души. Я не могу уничтожить камень, но и не позволю злу остаться на небесах. Нужно скрыть камень, даже от ангелов. Надеюсь, этого будет достаточно.